2017 в Югре объявлен годом здоровья. Именно поэтому мы решили пропагандировать здоровый образ жизни через известную личность Руслана Проводникова. Всем известно, что спорт – это жизнь, а в свою очередь массовый спорт дает возможность миллионам людей совершенствовать свои физические качества и двигательные возможности, укреплять здоровье и продлевать творческое долголетие. Он необходим, чтобы влиять на общество, организовывать его в правильном направлении. Для того, чтобы просто себя держать в форме, закалять свой характер, так как, понимаете, вот я человек, который, в принципе, самодостаточно уже добился кое-какого успеха, да, и есть возможность расслабиться, наслаждаться этими благами, которые у меня есть. Но что эти блага делают? То есть они подавляют волю и характер. Соответственно, человек, когда подавляет свою волю и характер, что он делает? Деградирует. Поэтому я для того, чтобы не деградировать, для того, чтобы постоянно себе вот закалять свою волю и характер, вот для меня тренировки – это способ держать себя в форме и постоянно проявлять характер. Потому что где бы я ни находился, куда бы я ни ехал, я не ищу легких путей, я не ищу оправданий для того, чтобы не тренироваться. По словам Руслана, можно сделать вывод – город, страна и вообще местонахождение не имеет значения. Главное, что весь необходимый тренировочный набор для занятий спортом у него всегда с собой. И даже время суток для него не показатель. Если он занят днем решением важных вопросов, то наш герой встает в 4 утра, чтобы выполнить обязательные физические упражнения. Я не ищу легких оправданий. Если у меня есть желание тренироваться, если мне нужно тренироваться, я встану в 4 утра. И нет никаких оправданий. Как многие говорят, у меня нет времени. Мне смешно слышать, когда люди так говорят. Поэтому вот одна из причин, то есть это для того, чтобы закалять свою волю и характер, держать себя в форме. И вторая, то есть у меня, во-первых, растет сын. Во-вторых, в-третьих, на меня смотрят, смотрите, сколько молодежи, которых я мотивирую. И я считаю, я не имею права себя вести аморально. Либо, то есть они должны видеть всегда меня вот таким вот, в хорошей форме, улыбающимся и постоянно тренирующимся. Да, действительно, у Руслана Проводникова растет сын Иван, который так же, как и папа, мечтает стать знаменитым и успешным человеком, добившийся результатов в спорте и, как ни странно, в боксе. И, надо сказать, у него отлично получается. Сильнее. Еще. Еще. Вот. Вот. Вот, молодец. Давай, вот. Николай, возвращай обратно, обязательно. Убери с ним возвращение, давай. Пошел. Давай. Вот. Голове возвращай, опять не возвращай. А вот скажи, пожалуйста, когда твой папа стал знаменитым, как тебе стали в школе относиться? Ну, все начали бояться меня. И то лезет сразу. Тоже начинают бояться. Он всегда выигрывает и побеждает, и ни разу не проигрывает. А что бы вот ты пожелал своему папе? Ну, счастья, здоровья и денег побольше. Что же касается молодежи, о которой и Руслан говорил чуть выше, это факт. В нашем районе достаточно молодых людей, которые также, наблюдая за его результатами, готовы идти только вперед. У кого-то получается чуть лучше, у кого-то хуже, но проведя спарринг с некоторыми из них, Руслан Проводников отмечает, что результаты стали заметно лучше, и ребят есть за что похвалить. Молодцы, все здорово. Ошибки, конечно, есть. Но эти ошибки минимальные, все при желании можно исправить. То сейчас как раз такое время, когда вы должны работать над своими ошибками, уже как раз в этом возрасте легче их исправить, чем нежели если они с вами сейчас пойдут еще дальше, 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 потом будет тяжелее. Поэтому вот сейчас эти ошибки, в принципе, ошибки те же самые, там ноги, но уже лучше. Вот Женька вообще молодец, очень грамотно. Уже ноги под тобой, все, уже сталкиваешь меня, не даешь, то есть молодец. То есть прогресс идет. То есть это вот прогресс почему идет? Потому что огромная работа идет. То есть анализируешь и работаешь. Вот прогресс. Ребят, все молодцы, в принципе. Сегодня отработали, не знаю, наверное, потому что камера сегодня пришла, блин. Отработали, как я не знаю. Всегда бы так работали, ребят. Ну а в общем, ребят, все, работать, стараться. И все у вас впереди, и все у вас как бы. Так что спасибо еще раз, ребят. Ну, спасибо. Пришли, держали, поработали, все, давайте. Все, я здесь, я с вами. Всегда можно на мою помощь рассчитывать. Спасибо, ребят. Спасибо, Сар. В первую очередь он как
часть нашей семьи, потому что папа его с детства, с 10 лет он его тренировал, получается, как бы, ну, как это, такие отношения у нас близкие, получается. Руслан еще как кумир будет, как, ну, как вот в боксе, он как профессиональный боксер, он будет кумиром мне, потому что стиль его, ну, вот, зрелищный стиль ведения боя, то есть, ну, то есть он вот вызывает так это, уверенность, что человек этот знает свое дело. Возможно, каждый из них пока еще не до конца осознает факт того, сколько нужно приложить усилий для того, чтобы добиться аналогичных результатов. Скорее, на данном этапе ребят привлекает это популярность и известность. Ведь Руслана знают не только в стране, но и по всему миру. А главное, что он прославил такой маленький северный уголок Березово. Чтобы меня знали, кто я такой, чтобы знали, откуда я, то есть Березово, как бы. Это хорошо, когда живешь вроде в такой деревне, а тебя знают в Америке. То есть, как бы, популярным быть. Сейчас Руслан Проводников является не только известным профессиональным боксером, но и депутатом Думы Ханты-Мансийского автономного округа. И признается, что понимает всю ответственность происходящего. В первую очередь, это доверие простых жителей, всех тех, кто отдал ему свои голоса. В связи с новыми обязанностями о переезде в столицу Югры, все-таки речи нет. Его родина – это важное и дорогое место для его семьи. Югра – это мой дом, это моя земля, но Березово – это самое лучшее место на земле. Я это говорю сейчас вот искренне, я его искренне люблю, я люблю всех своих земляков. Знаете, я принципиально хотел, чтобы мои дети и мой сын родился здесь, и это я не последний ребенок, и последующие родятся здесь, и будут ходить в тот же садик, в ту же школу, в которой ходил я. Сейчас вроде как, справляюсь, еще вроде как жена еще не подала вроде на развод, хотя уже скандалы есть, ну... Я ее понимаю, прекрасно понимаю, но просто я по-другому не могу, я сам себе не принадлежу. Коль уж меня народ избрал, попросил, и я раз согласился, я хочу добросовестно отработать вот эту вот пятилетку, чтобы мне потом перед моими земляками, перед моим народом стыдно не было. Сейчас у Руслана в качестве депутата Думы округа большие планы. На первом месте это развитие массового спорта, который сейчас активно прогрессирует. А для этого необходимо место. Среди основных его целей – увеличение количества спортивных залов в Березовском районе, причем полностью оснащенных инвентарем. В своей же профессиональной спортивной карьере боксера пока пауза, но он уверен, ненадолго. Ангелина Губайдульна, Владимир Чернышов, Александр Елисеев, авторское телевидение «Березово».